Кто будет фоткаться? Как мне делать? Никто не делает. Это боже, не красиво будет выглядеть, если... Но! Макияжа. И поэтому okay, макияжа... Помните, пожалуйста, это корейский макияж, который я сделала. Очень сухая погода. Я думаю, 10 раз су хэчем в Корее. Здесь кожа. Вау. Даже я волос первый раз не пользовала с феном. Сушилкой. Я в первый раз здесь. Вау, дом жута. Ой, деге жуунде, Бишкекку? Так, кирекке жестан, Бишкек. Но, 생각보다 너무 좋지 않아? Едем сейчас делать макияж. Я без макияжа, поэтому вот так одела с маской. Приехала, как бы посоветовали, Джулия. К Джулии приехала. И буду делать макияж в киргизском стиле. Если у вас есть фотографии макияжа... Я хочу киргизский стиль. Смотрите, мы можем прям... изменить вас? Вы согласны? Потому что в Южной Корее другой стиль. Да. И вам будет комфортно? Да. Ага. Распустим и накрутим. Хорошо. Тогда голову помоем. Или чисто? Это чисто. Сегодня чистый? Я помыла. Крутим. Ой, спасибо. Пожалуйста. Ой, спасибо. Сейчас американо. Такой сервис. Я взяла. Я это взяла, потому что здесь очень сухая погода. Да, да. Это тоник. Тунер пэд. Это сияющий праймер. Хотите, чтобы я им сделала? Да, потому что сухая Окей, погода. Все, хорошо. Спасибо. А вы хотите глаза ярко или нежно? Чуть-чуть ярко. Вы первый раз в Кыргызстане? 6 лет назад я была. А вытирать? Вот так, да? А, да. Правильно? И вот это можно разделять на... Даю чай. Я сейчас ищу корейскую. О, я нашла. Примор. Примор? Интересно. ДСМ. Я люблю вот эти консилеры. Как это называется? ДСМ. Корейский. Да, ДСМ. Распущенная, как киргизка. Я хотела бы здесь пару косичек сделать. Давайте, да. Здесь много корейцев из Сеула. Из Сеула? Да. Да. Я сегодня обедала в кафе, и там было около 30 корейцев. Мне интересно было, что здесь популярный корейский макияж. Но в южнокорейском стиле очень мало девушек. Да, 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 я знаю. Хорошо, можете закрыть глазки. Сколько лет вы занимаетесь? 10 лет. 10 лет? Как я замечала, в этих странах очень обращают внимание на брови. И у вас любят супернатуральным, как будто не рисовали. Да, и макияж тоже как будто... Как будто не красилось. Да, но это долго, где-то 2 часа. Бьют, опять призывает вместе. Опять бьют вот так. У меня брови больше стало. Чего? Очень молодо вы. Мне 39. Что? Вы чуть-чуть вверх, вот так. Это хайлайтер? Это хайлайтер, да. Вы, по-моему, тоже делаете в Корее, да? Уже по-другому чувствую. Уже кыргызский наполовину. Наполовину вот так. У киргизки обычно сухая кожа, да, или жирная очень, кожа? Очень сухая, потому что у нас климат резко континентальный. Да. Это тени? Это база под тень. А, база. Это такой, вот такую базу. Именно вот этот оттенок удобно наносить руками. Как киргизы тогда ухаживают за кожей, если будет такая сухая погода? Увлажнение. У нас только недавно все начали пользоваться SPF-кой. Это стресс! Да, да, некоторые пользовались, но не все. И до сих пор не все каждый день используют SPF. У вас такая погода и не пользуется SPF-крем, это
Это нереально. Очень удобные. Сияющие. Я базу мышу руками. Еще популярный сейчас мини-кушон. Да? Вы не видели? Нет. Я вот так вот им кладу джабаку. Маленькая сумочка для маленького кушона. Сейчас популярная такая маленькая сумка в Корее. И посмотрите, вот такой размер кушон. О, классно. А ты знаешь, что кореянки не пользуются пудрой? Вам с пудрой делать или без пудры? Без пудры, пожалуйста. Без с пудры. Этой погодой я боюсь. Влажный финиш, чтобы был? А, влажная, да, сияющая, да, да, кожа? Да. Это тональный крем, это да? Это тональный, да. Какая красивая кожа у вас. Консилер, да. Вы пользуетесь консилером? Нет. Контурирование. А вы делаете свадебный макияж тоже, да? Угу. Бывает, что невесты плачут? У нас бывает, когда делаем макияж. Бывает. У меня был случай, когда невеста сидела на этом стуле и упала в обморок. Просто упала, а это было 6 утра, и никого не было в салоне. Почему упала? Она нервничала сильно. Она просто вот упала и здесь лежала, и я начала брызгать на нее водой. Стакан воды вылила. Один глаз открыла и пришла в себя. И мы не пос... Ну, валерьянка, а успокаивающе налили потом. Красиво! И сейчас акцент будет на глазах, okay. А брови на второй план идут. Вот так. Контур. Вы делаете контур обязательно, да? А практически да. Это правда, я не кореянка здесь. Здесь кореянка. И вот здесь кореянка. Ну, да. Здесь кореянка. Здесь кореянка. Вы превращаетесь в кыргызку. Да. Уже мне нравится. Вот так. Это что такое? Буду... Можно посмотреть? У вас такого нет? Нет. Ого. Вау. Это когда лицо рельефное. Редко не делаю, если клиенты просят без контура. Тогда без контура. О, цвет мне очень нравится. Очень красивый вам идет. Волосы взяли маленький объем и закрутили. Мне очень понравилось. Красиво. Хайлайтер. Румяна. Румяна? Это кыргызский стиль. Мужчины тоже делают макияж, да? Жених. 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 Нет. Жених не делает макияж? А он делает? Как не делает? Как не делать жених? Как не делать? Кто будет фоткаться? Как не делать жених? Ну, кожа некрасиво будет выглядеть, если... Но у нас мужчины считают, что они хэндсом без макияжа. И поэтому не делают. Как никто это... не делает. Будет странно, если не делает в Корее. Тогда он ждет, пока невеста делает макияж? Он спит. Он спит. Это же... Вместе, это же... вместе приходит, и он ждет, пока невесту соберут. Конечно. Потом она едет в свадебный салон, одевает платье, и он удивляется. Вау, ты такая у меня красивая. У нас немножко по-другому, я поняла. В Корее заранее выбираем свадебное платье с женихом, поэтому жених не удивляется, будет день свадьбы. Вот это да, отличается. Пойду сюда намазывать, да? Да, больше. Это непривычно? Очень непривычно. Да, я знаю. Это
карандаш? Это карандаш. А мы делаем часто гелевой подводкой. Карандашом они смотрятся мягче. Да, здесь. Гель. Гель? Точно? Попробуем. Окей, инглот. Инглот, он черный, и он очень стойкий. Вот. Это и хороший? Я видела магазин. Нравится. Что я заметила, в Корее любят очень тонкие стрелки, а здесь намного толще делают. Делаем здесь. Самая большая разница — это сначала брови, потом губы. В Корее долго начали пользоваться карандашом для губ. Причем у нас не любят такие толстые большие губы. Я думала, уже все закончились губы, но это не все. Ой, вам идет. Еще, да, помада. Юлия рисовала очень тонко, тщательно линию для губ. Сегодня я киргизка. О, волос тоже нравится. Вот так превращалась. Юлия, спасибо. Вот это мейкап? Мейкап, ну. Они какие? Вот это вединг, где ирокия. Круто. Очень красиво. Спасибо, ему тоже понравилось. Да? 일단은 내가 진짜 좋아하는 게 뭐냐면 딱 반으로 나눴을 때 진짜 똑같이 그리고 옆에서 봤을 때 속눈썹? 이것도 길게 이렇게 올라간 각도랑 이런 게 도시 로브나 아첸이 봐요. Рахмат! Рахмат! Такая, что я полностью день освободила. Спасибо! Для того, чтобы встретить своих историческую родню. Это очень большое гостеприимство. Вы знаете, просто корейцы, ну, я же кореянка, я очень рада всегда видеть всех, вот кто из моей нации, со своей исторической родины.